Молодцы просто. Дурак дед. Ну что сделать? Вот так вот. Жизнь. Да. Мне уже 8-й, 10-й идет. А вас с наступающим праздником вас. Пока ребята. А он ломается, блин. Думаю, все. Сил-то нет. И вот я продержался. И вот кто крикнул из вас? Мужик, держись. Молодец. Это меня столько вселило. Да. Вот энергии какой-то. Да, думаю, ребят, со мной они не ругаются. Они хотят, чтобы я не утонул. Думаю, подержусь. И вот когда они подошли, думаю, блин, надо же. В безнадежной ситуации меня спасли. В безнадежной, скажу вот откровенно. Все, я утонул просто даже, ну, я не знаю, через 5, через 7 минут. Ну, очень быстро. Потому что, кстати, не чувствовал я холода. Почему, не знаю. Ну, это адреналин. Шоковое состояние. Полузамерзшим, да? Но голова работала четко. Самолетик.